Здравствуйте, друзья. Мы с вами, это определенный круг. Сейчас проверю, идет ли запись. Ага, идет. Вот, это определенный круг людей необычных. С одним из таких необычных людей я вас знакомлю. Ну, пока без телефона, без электронных адресов. Вот, просто с людьми, которыми мы, участники моих вебинаров, в основном это мы, одной крови. Вот, сейчас по ходу будем раскрывать одну из важнейших тем мироздания. Почему? Вы поверите или нет, что как это случилось, что именно женщины самые умные из моих, самые грамотные оказались из моих, из моего круга. Сейчас вы убедитесь в этом. Итак, молодая женщина, которую зовут Мирослава. Я надеюсь, что я придумал какое-нибудь название этому фильму, какое-нибудь броское, например. «Караул женщины, умнее нас, мужиков», или что-то в этом роде, чтобы привлечь внимание к этому фильму. Он не для всех. Сейчас сами поймете. Получила вашу посылку. Счастье моему нет предела. Хожу в обнимку с книгой и сияю, как рождественская елка. Коллеги косятся с подозрением. Работа стоит, ни о чем больше думать не могу. Вы, наверное, решите, что я слегка того. Ну, понимаете, да, я тоже слегка того. Сейчас мы с вами убедимся в этом. Поверьте, я нормально, я не сумасшедшая фанатка и не кухарка, которая нахваталась поверхностной информации в интернете и теперь кудахчет по поводу и без. Ну, про таких кухарок я много, не щадя их, рассказывал. И вот, нет мозгов, не высовывайся. Главное, не учи людей убивать деревья. Вот здесь мы с вами, кажется, поймем друг друга. Я просто всю жизнь живу как не в своем мире. Вижу со стороны все ужасы нашего социума, этих чертей, которые не боятся ничего, у которых нет ничего святого, и удивляюсь, почему Бог не закрыл мне глаза, каким я глубоко верующий человек, но не в церковь, не в религию, а в Бога. Я всегда искренне, по-настоящему счастлива, когда мне Бог дает нового человека в жизни, пусть и далеко, который тоже открыт, осознан, верит и верует, и видит суть вещей, а не спит и существует как зомби, как 99% людей на Земле. А когда это такой человек, как вы, который восхищает своими достижениями, то это просто сводит с ума, я даже не понимаю, чем заслужило такое знакомство. Осознанных людей становится все больше. Мне 35 лет. Господи, где моя молодость? И среди моих сверстников и ребят моложе умы открываются. Вера просыпается, задумываться начинает. Да. Так что надежда на светлое будущее не просто есть, а 100% мир изменится в лучшую сторону. Но сейчас период через тернии, пока к звездам дойдем. Похоже, вы читали мою статью «Через тернии к звездам». Я тронут. Сейчас тяжелое время, будет, видимо, еще тяжелее, но потом Бог даст нам новый светлый мир. Ой, мира, мира, я тоже этим живу. Надежды. Если не верить, то зачем жить тогда? Должна наука соединиться с Божественным, тогда истина для всех откроется. И ваши достижения и открытия не пропадут. Люди узнают, услышат и будут применять. Ведь не просто так Бог нам вас послал. Спасибо. Я, знаете как, конечно, это громко. Это постараюсь и не зазнаваться, постараюсь. Я не могу быть скромным в войне с невежеством. А во всем остальном, я надеюсь, буду соответствовать тому образу, который вы мне придумали. Ладно. Пока рабочие дни, даже не позвонить вам с толком, с расстановкой. Поэтому мысли льются тут.
Насчет, внимания, насчет вашего открытия, теории силовых каркасов. Это как обухом по голове. Ой, милая Мирослава, только вам. Ну, еще, может быть, там 10-100 человек это поняли, что такое теория силовых каркасов. Вот. Это соотносится с тем, что у природных материалов своя настоящая структура биополя. А почему? А потому что форма, формула, структура самой материи от природы. От многих, сколько, даже от многих корней можно энергию чувствовать. Как будто голову сдавливают, голова может кружиться. Там лекала живые с энергией жизни, по сути, как мощи святых, та же энергия. Вот с этого момента я надеюсь, что пусть она станет меньше, потому что сейчас начнется серьезный разговор. Вы меня колыхнули то, что было 10-15 лет назад, и как я первый, единственный, наверное, извините за такие слова наглые, понял, что вся атеистическая теория слипания случайно молекул и вдруг оживших, вся эта глупость бессусветная, несусветная, да? Вот, я об этом рассказывал, я приводил примеры, как за миллион лет вот эти вот создания, мышки, наружки, превратились за миллион лет в хорошо развитых животных по объему за миллион лет. Уже, так сказать, увеличились до размеров с кошек, собак, тигров, львов, коров, коз. Это, вот, понимаете, не могут люди сказать правду, ученые, ну не могут. Вот даже я уверен, что не я первый догадался. Но я первый говорю вслух, потому что меня уволить нельзя. Меня, фермера железа, уволить нельзя, пенсионера. Уже все, меня и так уже уволили. Ладно, смотрите, теперь так, пусть среди нас остаются, наверное, в основном женщины, потому что и правда, вы потом убедитесь, что если меня кто и поддерживал, то кто мне помогал, кто помогал информацией, фактами, это как раз были женщины. Вот. Мужики мудро молчат, правда, кроме Латинкова. Вот кто меня поддержал, Царство ему небесное, я надеюсь, он в раю. И где-то там, знаете, что он там делает? Деревья садят. Ну ладно. Я уверен в этом. Смотрите на эту фотографию. Вот. Прошло несколько лет, как я опубликовал свое открытие. Я его скромно называю одно из величайших открытий на планете в этом самом 21 веке. Вот. И, наверное, ладно, я вам сейчас все-таки покажу его. Вот, но фрагментарно, вот, фрагментарно. Ага, ну. Так. Ага, наверное, фрагментарно. Вот оно. Итак, вот оно, скромное мировое открытие. Дело в том, что это не я придумал, а то кто-то подумает, что я Железов такой гениальный. Нет, я уже, это гений сказал, один из гениев. Чем гениальнее, нет, чем проще открытие, тем оно гениальнее. Чем гениальнее, тем оно проще. Итак, смотрим. Вот. Мы сейчас вот это все читать не будем. Это все уже есть. У меня 3000 фильмов. Я не оговорился, не 300, не 30, 3000. Вот. И это есть. А сейчас просто смотрите. Вот, когда-то разглядывая узоры ледяные, вот, мне в основном прислали женщины, умницы, видите, вот оно несуществующее биополе, которое выдало, сделало зримым конденсат, который, молекулы конденсата, воды, встроились в скелет, видите. А наука мудро молчит, но она все-таки первое слово сказала. Я и за это им благодарен. Видите? Его еще нет. Его еще нет. А оно уже есть. Видите? Ну, расшифровывать не буду. Вот. Папоротники. Грибы. Вот. Ничего не напоминает? Что, случайно это все?
Вот, так. И вот это вот мои, ну, гипотезы, не гипотезы, для меня это жизнь. Жизнь возникает, существует в двух ипостасях, вездесущие матрицы, по-другому силовые каркасы или биополя. И их порождение, материальное детище, живые организмы. То есть в начале было слово, как говорится, это самая Библия. То есть в начале было силовые каркасы. Потом, это я расшифровываю, вот она действительно, так все как по академику Опарину, до, вот, только увидели на сторону. Но встраивались они, молекулы, когда полный набор существовал, получались вот эти самые изделия, скажем так, божественное творение. Вот так вот. А почему я женщин вспомню? Я все пропускаю, много чего пропускаю. Смотрите. Татьяне Нога, Светлане Телегину, Людмиле Неверовой. Это те женщины, которыми я боготворю. Татьяны нет, живых уже. Вот. Надеюсь, живы-здоровы вот эти мои подруги, Телегина и Неверова. Вот. Я тогда взял в отчаянии, написал, как бы в шутливом отчаянии. Милые подруги, ну откуда вы такие умные беретесь? А еще говорят, будто нация вымирает. Огромное спасибо от шаманов. Это нас так первым съезд садоводов в России. Крупнейший ученый назвал Железова и Латинкова шаманами. Так вот я пишу. Не, кстати, для меня это честь, лишь бы заметили. Как угодно, пусть оскорбляет это. Лишь бы заметили. Спасибо и на том. Огромное спасибо от шамана Железова и моего духовного брата и со-изобретателя нового пока еще антинаучного направления Латинкова. Присланные вами фотоснимки и письма бесценны. Это последние кирпичики, построенные нами здания, теория образования жизни на планете Земля. Подчеркиваю, для непредубежденных божественного происхождения. На фото, на ледяных узорах, на силовых полях настоящие бабочки и растения. Качество снимков изумительно. И вот уже тысячи лет все ученые любуются божественными рисунками, в кавычках. Но как-то так получилось, что кроме нас с Юрием Латинковым никто до сих пор не увидел, что изобретение человечества стекло раскрыло эту тайну. Но поздно. Догмы – это гибель на ногах науки. Мы с Юрием Алексеевичем даем шанс именно российской науке. Берите готовое открытие. Вот, не взяли. Сейчас прояснение будет. И вот вы поняли, что получается, мне поверили именно женщины. Еще раз, теория Железова-Латинкова происхождения жизни на Земле. Вы меня подкупили тем, что написали слово лекало. Вот, спасибо вам. Вы просто прошли годы от публикации 8 лет, и вы меня всколыхнули, мою душу, милая Мирослава. По силовым каркасам, лекалам, чертежам целенаправленно встраивались, пристраивались друг к другу молекулы из супового первобытного набора. И если он имел весь набор и возможность ионизации молекул, оживали. И, увы, никогда и никем не будет разгадана именно Божья искра, энергия жизни, нарушающая все законы физики. Вы хоть знаете, что такое энтропия? Это значит, все должно превратиться в один кусок льда. А мы живы. Повторяю. Божья искра, энергия жизни, нарушающая все законы физики и уже миллиарды лет противостоящая энтропии, в скобках тепловой смерти Вселенной. Уж это выше человеческого разума. Ну все, здесь.